Всем привет. В общем, у меня тема RexExp в compile time. Я был на митинге на одной конференции, о которой Женя говорила, и там автор вот этой библиотеки рассказывал, как он это все реализовывал и как она все работает. Ну, для начала, что нужно сделать? Это сделать клон с гид-репозитория, для компилятора включить C++17 и добавить в include path, допустим, там папка, которая хранится один header. И рассмотрим простенький hello world. Как видно, у нас есть RexExp, который мачит только числа. И первый как раз скомпилировался без ошибок, а как раз второй, который не подходит по RexExp, как раз и не скомпилировался. И вот как раз ошибка на вот этой шестой строке. Как эта библиотека улучшает код? Вот возьмем тот же самый RexExp и перенесем функцию. И будем проверять эту строку, это какую-то строку, которая у нас идет на инпуте. И, как видно, у нас идет код, все ассемблерский код, занимая 69 строк. А теперь попробуем сделать то же самое на стандартному STM. И, как видно, код довольно очень большой сгенерировался. Там сколько? Уже 21 тысяча вместо 68 строчек. Это довольно оптимизирует саму программу и выполнение кода. И есть базовые функции в той библиотеке. Ну, во-первых, все функции у нас идет в namespace. Сокращенно это regular expression. И есть базы, которые у нас есть и в стандартном, типа match и search, и есть, которые возвращают только bool, и есть те, которые возвращают range. Не range, а, ну, сейчас мы посмотрим на другом слайде, которые возвращают объект этого матча, для матча и для search. Сама структура вот этого объекта. У него перегружен оператор bool, чтобы можно было понять, это мы нашли что-то или нет. Ну и операторы begin, end, size, и перегружен некоторые операторы get. Зачем это сделано? Чтобы можно было использовать как type, то есть когда у нас есть, мы возвращаем мы можем возвращать результат сразу в нескольких переменных. Например, у нас есть RexExp, который парсит дату. И у нас есть структура, типа там день, месяц, год. Вот мы вызываем нашу библиотеку, neopater, это первые две цифры месяца, дальше две цифры, первые цифры дня, потом месяца и года. Ну и, собственно, первый объект — это как раз результат вот этого, результаты парсерня строки. Мы проверяем, если типа результат окей, то вот как раз берем значение в эти переменные. Ну, довольно очень удобно. И если посмотреть в output, то как раз то, что мы передали, то оно пропарсилось. То есть мы это передали 31 декабря 2019 года. И вот как раз и получили так, значение в этих переменных. Ну и если посмотреть, какой размер программы, довольно маленький, там где-то в ассемблере занимает 150 строк. И так как у нас Google Compile Time, то если мы напишем какой-то неправильный regex, например, мы здесь пропустили скобку, то вот как раз и ошибка будет при компиляции.
Есть пока какие-то вопросы? Потому что дальше расскажи немножко, как это все реализовано. И если будут какие-то вопросы во время реализации, можете задавать спокойно. Как это все работает? Есть сайт автора этого библиотеки, который рассказывает. У него есть очень много всяких видео с конференцией. Там можно посмотреть слайды. Там несколько более очень детально. Я попытался вынести такое самое главное, не вникать в прям очень такие очень большие подробности. Но первое, что у нас есть RECX. Мы его можем представить как вот такого дерева. То есть у нас на верхнем уровне идет альтернатива, которая сравнивает левую и правую, и потом там у нас идет контент-нация вот этих параметров, ну и так далее, так далее, так далее. И вот это все элементы, которые в дереве можно представить как структуры, у которых есть шаблонный параметр. Ну и, собственно, если ввести какой-нибудь RECX, то можно вот примерно вот так представить, что у нас есть какая-то структура шаблонная, которая называется концентрация, потом типа у нас есть какие-то там optional параметры, и каждая символ это как char, chair. Ну вот мы для примера было взято два паттерна. Теперь как мы парсируем вот эту строку, которая является у нас паттерном для RecExpo. Здесь была реализована как раз такая класс, называется Fixed Street, который принимает первый, это типа тип чара и size. И, собственно, это все во время компиляции. У нас есть массив, который можно вычислить в conexp. И есть conexp операторы обращения, size, операторы сравнения и так далее. Ну и, собственно, когда мы вызываем метод Fixed Street, он как раз конвертирует в вот эту структуру, которая нам дальше пригодится. Теперь как сам устроен парсер вот этого RECExpo. Ну, короче, здесь используется тип парсера LL1. Он использует стек. То есть мы начинаем с начального символа, потом на каждом шаге мы попаем символ из стека и проверяем с текущим символом, который у нас есть в строке. Дальше, в зависимости, какая у нас пара вот этих двух символов, мы либо пушаем строку, либо попаем символ, либо пишем, что типа это невалидное. И если в самом конце у нас стек он пустой, то мы считаем, что типа эта строка валидная, и мы все корректно пропарсили. То есть можно представить это типа как такой таблице, она напоминает, как стоит машину, и тут все, и тут в зависимости от какой там символ с каким сравнивается, там значит происходит какое-то действие. Но это такое поверхностное объяснение, потому что если там дальше, если кому-то более интересно, посмотреть саму реализацию, она довольно очень интересная. Ну и можно на том сайте, где я показывал, есть тулза, который позволяет как раз пошагово продебажить вот этот алгоритм с помощью вот этой таблицы. Типа можно ввести свой паттерн, и можно идти пошагово смотреть, на каком мы сейчас таблице или какой будет следующий шаг. Как это все в коде представлено? Все правила вот описаны в этом файле, который является частью этой библиотеки. Ну и, собственно, для примера, если мы там сталкиваемся с символом, который обозначает цифры, мы типа говорим, что это будет там push, и там, и какой это будет класс символ, который мы думаем обрабатывать. Но там
там для каждой буквы тоже там определенные символы, там довольно очень все, очень большой файл. И как, ну, собственно, сам стек у нас это структура как лист, ну и там методы там push, pop, top, и типа пустой, это типа там топ с никакими аргументами. Ну, собственно, как сам парсер устроен. Собственно, этот парсер, это если вспомнить предыдущие слайды, я там говорю, что у нас есть два типа API-функции, те, которые возвращают bool, и те, которые возвращают объект. Вот здесь идет реализация парсера, который возвращает bool, потому что он довольно прост, довольно и намного проще объяснить, как это все работает. Собственно, первый метод мы получаем как раз текущий символ строки. Если у нас позиция как раз больше строки, то мы возвращаем типа окончание строки либо окончание обработки текущего символа. И как сам метод parse реализованный. Собственно, мы получаем stack, получаем типа символ из стека, текущий символ из строки. Потом, согласно вот этим правилам, которые были описаны, мы как раз узнаем, какой тип будет для вот этих текущего символа и текущего символа стека. И у нас будет такой объект, который называется NextMove. И, собственно, вот тот же самый метод parse. И в зависимости от того, какой у нас будет NextMove, мы вызываем move. То есть, если у нас будет, допустим, лист, то мы еще раз вызываем стек, но уже типа пушаем еще один символ. Если, допустим, там у нас будет между вот этими, у нас есть пара как pop input, то мы типа двигаемся на следующую позицию. Ну и, собственно, если у нас reject accept, то там reject мы типа неправильно все пропарсили, ну типа строка невалидная, и true, типа все окей, типа эта строка валидная. Полная реализация вот этого парсера можно посмотреть как раз в той библиотеке, там include, stale, парсер, там он довольно очень большой. Я попытался как раз так минимально объяснить попроще парсер. Ну и, собственно, это само дерево. Сейчас попробую. Ладно, это будет долгом. Собственно, вот это дерево можно представить как раз alias. Я, наверное, попробую передвинуть вот эту. О, да. Собственно, вот у нас есть паттерн, типа, который мы сравним либо А, либо Б. Ну и у нас, типа, можно представить как альтернатива, у которой есть два символа. Ну и, собственно, как если нужно как раз продебашить наш паттерн, мы можем использовать, получить как раз IST из этого паттерна и использовать static assert, то есть написать типа isSame и вот ту же самую структуру и типа сравнить с тем типом, который нам вернет парсер. Какие есть проблемы с этим всем статическим обработкой строк? Ну, первое, это то, что это все во время compile time, и в каждом парсе, у каждого компилятора есть свои какие-то ограничения, свои какие-то лимиты на количество и так далее. Ну и нужно учитывать, что в compile time не работает move-семантика, и это тоже, то есть каждый раз мы копируем список, и это тоже влияет на какие-то ограничения компилятора. Ну и, собственно, в шаблонах это очень проблематично, это все отдебажить, понять, в чем ошибка. Какие компиляторы поддерживаются? Ну, во-первых, компилятор, который поддерживает C++17, это такой requirement.
Ну и типа выше, то есть у нас там клан шестой, клан, который у нас на macOS 10, потом GC 7, GC 9 и Visual Studio начинаем с 15.8.8. По поводу GC, там есть такое ограничение, там синтаксис может немножко отличаться, когда мы будем использовать вот эту строку как паттерн. Там, если зайти на библиотеку, там первая страница, первый абзац как раз написано, как там какие workaround применять для GDC. Но лично я использовал GDC 8.1 с C++ 20 и там вроде все отлично работало. Ну и как же без перформанса, собственно, автор этой библиотеки проверял себя на MacBook, и я вполне доверяю. И, собственно, он проверял на двух компиляторах, это GDC и Clang. Собственно, Clang. Если сравнить STD, то он как раз будет самый медленный. Что он сравнивал? Он обрабатывал CSV файл, который занимал 1 гигабайт, и там было около 6 миллионов строк. Собственно, стандартный STDRX, там 21 мегабайт в секунду, если сравнивать с другими, то, я не знаю, видно, мышка не видно, который функции, которые возвращают объект, они как раз посерединке. А если нужно узнать типа, там в true-false, то как раз довольно самый производительный. Ну и паттерн тут там нижний регистр букв, символы, нижний регистр для букв и цифры. Ну и довольно близко вот эта библиотека, которая называется PCRE. Я попытался немножко прогуглить про эту библиотеку, насколько я понял, она тоже там делает какие-то свои оптимизации для перед тем, как обрабатывать строку, там тоже как-то дерево оптимизирует и так далее. Собственно, это был Clang. На GDC чуть-чуть другая ситуация. То есть уже как раз те функции, которые возвращают объект, самые производительные, и потом идет примерно с такой же скоростью, та, которая возвращает bool. Но это все runtime, а так как это все выполняется в compile time, это может еще повлиять на само время компиляции. Ну, собственно, вот такой вот паттерн. На Clang он довольно, 3 секунды компилировался, а стандартный 5 секунд. То есть довольно не очень большая просадка по производительности. Но тут еще нужно учитывать, какой паттерн для этой библиотеки используется. Я пытался менять с другими паттернами, которые были небольшие, то, в принципе, там особо разницы не заметил. Но я это пробовал на GDC. На GDC вот такая вот ситуация. То есть STD RKS довольно медленно компилировался, но еще медленнее те функции, которые возвращали объект, но те, которые false, true false, довольно быстро. То есть довольно спорно, влияет это сильно на компиляцию или нет. Ну, в принципе, все. Может быть, у кого-то есть вопросы? Интересно, как оно влияет на размер бинарников, которые в итоге получаются? Я вначале показывал сейчас. То есть, допустим, вот бинарник, который с этой библиотекой, ну, то есть это чисто там main, и вот эти все функции, то есть это 59 строк. А если взять стандартный, то уже сколько там, 21 строка. Ну да, то есть довольно неплохо получается оптимизировали. Ну да, потому что это вот это все дерево, оно же строится компайл-тайм, плюс там еще производить какие-то оптимизации.
Да. Но это все еще зависит еще от компилятора. Да, интересно, спасибо.